Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, всадники Олуха. У нас 21 день, и я забираю 450 бабочек. Вот так это делается. Так, ну что, ребят, сегодня, наверное, событий у нас никаких не будет, хотя посмотрим. Да, нету, остается только лишь арена. Так, Беззубик, что ты мне принес? Покажи, пожалуйста. Топорик. Ну что же, в принципе, неплохо. Топорик тоже сойдет. Так, подожди, я вот так вот сделаю. Начнем, наверное, с открытия паков. Как обычно мы это делаем. Бесплатно. Так, монета Одина. И дальше у нас пошла начиночка. Душитель, шторморез, парящий прихвостень. И все. Только лишь ресурсы. И то немножко. Давай тогда сразу рекламный пак с тобой глянем. Ну что же, опять монеты Одина, и смотрим, что нам здесь. Шипорез достается, громобой, водорез. Ну что-то вообще мало. Меньше даже, чем обычно. Так, хорошо, давай посмотрим, что у нас легендарные драконы притащили. Так, опять руны и плюс 149 тусклого янтаря. Пускай он дальше идет, шуркается. Так, а мы с тобой... О, да неужели, друзья мои, вот это вот хорошо. Поле Фрейи. Ха-ха. Так, ну-ка, сколько здесь у нас будет стоить? Ё-клэмэн. 480 миллионов, чтобы убрать. Вот, а, подожди. Вот это я могу. Так, ну вот здесь вот где маленький у нас с тобой, да? Вообще могу бесплатно убрать. И так, а вот это вот 300 тысяч рыбы. Офигеть. А вот это, например, 400 рыбы бесплатно. Блин, мне некуда, ребята, девать древесину. Надо куда-то потратить. А потратить мы ее можем, знаешь, куда с тобой? Естественно, на прокачку. Так, а ну-ка, беги. Хотя, подожди, вернись. Мы сейчас тебя, наверное, покормим. И отправим. Да, вот, ребята, и все. Как раз место для древесины нашлось. Давай, забирай здесь и одновременно расчищать территорию. Так, здесь бесплатно удаляем. Сколько это стоит? 300 тысяч. Одну минуту я подождать смогу. Так, здесь 100 рыбешек. Тоже делаем это все на ускоренном. А почему он называется Поле Фрейи? Скажите-ка мне на милость. Поле Фрейи. Что-то такое до боли знакомое, друзья мои. Но не могу вспомнить, кто такая вообще эта Фрейя. Так, здесь бесплатно, да? Все вот это вот забираем. Хм, за камни нам дают валуны. Ой, валуны, руны. Даже так, 240 миллионов, прикинь, стоит, чтобы убрать вот, вот эти вот елочки. Слушай, а вот здесь у нас, погоди секунду, сейчас я вот тут вот сделаю так, отправлю. А вот здесь вот, где мы с тобой тоже хотели, а здесь еще, ребята, почти сутки придется ждать. И только, наверное, после этого у нас с тобой будет доступна шахта, где мы будем добывать с тобой руду железную. Так, иди, братишка, качайся. Так, здесь забираем древесину, кормим. И тоже его отправляем на прокачку. Здесь без базара отправляем. Так, эти у меня еще орлы тут. Так, обучиться. А, я не могу, ребята, его отправить, потому что здесь нужно железо. И здесь то же самое. Тогда пускай собирает один древесину, другой собирает рыбу. Так, здесь могу покормить, ребята, вполне могу покормить, но отправить, к сожалению, никуда не могу. Пускай, наверное, идет у меня за рыбой. Так, здесь тоже покормим и за древесиной пускай летит. Так, этих ребят давай отправим тоже на задание. Эрит бесплатно пускай летит. Здесь пускай изучает волну, тоже бесплатно. Грамгильда у нас, ага, что-то принесла. Ну, давай посмотрим, что нам достанется. Да здесь, ребята, чтобы не выпало, все ерунда. Кроме рун. Вот. 6 всего лишь. Этого мало, ребята. Это даже, по-моему, мне не хватит. А нет, хватает на приключение. Отправить. Пускай летит. И криво клык. Так, пускай ищет маму. Бесплатно. Так, ну что, этих мы с тобой отправили. Костолом тут у нас еще. Мы его обучить тоже не можем. Ребята, короче, нужна шахта. И как можно быстрее. Без нее я просто ничего не смогу сделать.
Ты сам видишь, да? Так, Беззубик, давай-ка мы тебя отправим на поиски Ворчуна. А вдруг найдет, ребят? Прикиньте, если найдет, будет прикольно. Но я в этом очень сильно сомневаюсь. Так, ну что, вроде бы все, что могли, мы сделали. Так, погоди-ка, какой-то дракон у меня хотел перейти. Да-да-да, давай-ка глянем. Вы издеваетесь, что ли, надо мной сейчас? Ну как так-то? Блин, иди обучайся, что я могу сделать. Так, опять сломанный меч. Вот он любитель мне, находить сломанные мечи. А ты что прохлаждаешься? На, кушай и лети за рыбой. Кстати, рыбы он очень мало добывает. О, тоже кормим. И за рыбой его отправляем. Так, ну что, у нас, ребята, вроде бы все сделано. Единственное, что нам нужно, это открыть пак. Давай мы это сейчас с тобой сделаем. Лаварык, ужасное чудовище, крылатый ужас, барс и вепрь. И активируем вот этот вот пак на открытие. Забираем здесь с тобой награды. Так, обмен. Блестящий янтарь. Так, а я могу заказать? Нет, не получится. Жаль, тогда забираем с тобой здесь. 25 тусклого янтаря, 5 рун, 30 бабочек. Дальше опять идет 50 тусклого янтаря. И, по-моему, все. А нет, еще 50 бабочек. Ну ты забирай давай. Вот теперь точно все. Так, что у нас тут лежит? Рыба, древесина. Все понятно. Ну что, теперь, я думаю, ребята, можно смело идти на арену и получать 2 пака вождя. Подождать сутки, да, и мы с вами откроем еще одну новую территорию. Но нам бы как-то вот с этой с тобой разобраться. Расчистить бы ее хорошенечко. А вот это тоже относится к нам, нет? Нет, это не относится к нам. Тут нужно 240 миллионов рыбы. Ты прикинь, 240 миллионов, ё-моё. 480 миллионов. Так, вот это я могу себе позволить. Один день убирать будет вот этот камень. Вы серьезно? Да. Не густо, конечно. Ну все, ребят, я погнал на арену. Быстренько с тобой пробежимся. И попробуем сегодня, наверное, ребята, еще черепашек-ниндзя поиграть. Как говорится, посмотрим. Потому что завтра уже будет у нас... А что у нас завтра будет? Завтра будет у нас воскресенье, да? По-моему. Или что, или суббота. Я уже потерялся, друзья мои, во время. Сейчас мы глянем с тобой по телефону, что у нас завтра будет. Да, завтра у нас будет воскресенье. А в понедельник у меня будет выходной. Да, мы с тобой бустанем, получается. Так, я сейчас немножко тут отвлекся. Давай-ка вот этого шитика завалим с тобой. По-быренькому. Потом будем брать, наверное, ужасное чудовище, да? А лаварыга уже будем в последнюю очередь разбирать. А этот сейчас, да. Все-таки он уничтожил, а? Вреднюк-то этакий. Давай мы тогда сделаем с тобой по-хитрому. Понизим броню, и сейчас мы его будем наказывать. Да чтоб тебя. Ты смотри, что творит, а? Ну, здесь, естественно, будем отхил делать. Так, а что будет у нас делать лаварык? Пока ничего, ребята. Он будет копить, скорее всего, энергию для того, чтобы, когда у него останется мало здоровья, он решит поставить на себя щиты, скорее всего. Или хильнуться. Ну-ка. Все-таки поставил щиты. Ну и зря, потому что мы тебя, парень, все равно разберем. На-ка. Вот и нет щитов. Так, остается просто его добить. Давай вот так вот сделаем. Ну что, ребят, первая победа у нас на арене, и это хорошо. Так, мы с тобой на новой арене. Так, наверное, начнем вот с этого партизана. Крылатый ужас, да? Он нам здесь как бы вообще не нужен. Но что ты там собираешься делать? Как всегда, понижает нам броню. И это плохо. Мне бы не хотелось бы, чтобы у меня погиб шторморез. Ой, как не хочется. Попробуем, наверное, ребята, этого дела избежать. Так, сейчас ходит. Ага, вот куда он бомбанул. Так, ну мы, наверное, с тобой все-таки сюда будем шпарить. А он сейчас будет огнем, да? Ай-яй-яй. Как ты некрасиво поступаешь, парень. Твою ж девять.
дивизию. Добьет? Нет. Пока не добил. Но вот этот партизан, скорее всего, уничтожит. Он его добьет, ребят. Естественно. Он такой шанс не упустит. Но зато теперь мы его наказывать будем. Или... Ага. Все, парень. Ты, как говорится, попал. Причем круто. Ничего здесь тебе уже не поможет. Можно даже не пыхтеть. Не надо. Это бесполезно. Ах ты, чуть-чуть не хотел его добить. Ну, да ничего, потерпим. Смотри-ка, два раза огнем шпарит, а? Все, ребят, мы победили. Двигаемся дальше. Так, а кто у нас здесь? Ага, парящий прихвостень, пристиголовый и сарделька. Кстати, кто-то из вас, ребята, начинает обижаться. Типа, Рэй, давай начни какие-нибудь новые игры. Друзья мои, я вам сразу говорю. Когда я начинаю новые игры, вас это нисколечко не интересует. Я же вижу по активности. Поэтому смысл мне начинать что-то новое, если вас устраивает старое. Вот объясни мне, сейчас, по-моему, вжарит нам. Ох, елки-палки, бомба сейчас будет. Ай-яй-яй, что же он сделал-то, ты посмотри. Блин, мы, наверное, не... Да, мы потеряем Барсика. Твою налево, куда ты будешь сейчас? И что ты будешь делать? Уснул. Шторморез, нам нужна твоя суператака. Молодец, красавчик, догадался все-таки сделать отхил. Вот это круто, вот это я понимаю. Так, ну что, мы с тобой сейчас уберем прихвостня, да? Если успеем. Должны успеть. Так, сюда, значит, дальше. Слушай, я даже не знаю, давай, наверное, сюда все-таки бомбанем. Сейчас нас, по-моему, огоньком. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Неужели это все, ребят? Это, по-моему, фиаско. Почему? Потому что вот этот сейчас сделает огнеплюйку. Нет, он делает ускорение. Так, хорошо, давай посмотрим, кто кого. Отравил меня, да? И еще делает ход. Тогда все, тут крышка, ребята, отравление. Нет, тогда крышка ему. Фух, на волоске выжили. Вот это, я понимаю, битва была. Так, ну что, ребята, вот и пак вождя. Крылатый ужас, шипорез, водорез, парящий прихвостень и беззубик. Еще две карточки мы получим и сможем перевести его на 10-й разряд. Так, ну что, я, наверное, пойду еще задним паком. Давайте-ка, друзья мои, быстренько с вами пробежимся здесь. Обидно, конечно, что нет никакого события. Хотелось бы где-то подраться, да? Получать ресурсы. А они мне сейчас, ой, как нужно, тем более зачистка территории, ты видел, как дорого стоит? Вот-вот, промахнулся, ха-ха. На тогда тебе за это. Так, ты не надо тут свои фаерволы. А, вот он что делает. Так, нам нужно... Как же вызвать-то? Я уже забыл. Но это не душитель у нас, да? Это же этот... Дымодышащий. Вот как. Давай, наверное, все-таки сюда бомбанем. А этот сейчас фаербол зарядит. Поверь мне, он зарядит. Вот-вот, именно об этом я и говорю. Так, этот сейчас будет глушить... Ну, естественно, кого же еще ему глушить-то, а? Сейчас мы с тобой еще хильнемся здесь. Добротно так. Но мне кажется, что очередной фаербол от этого... Не успел или не захотел, я не знаю, ребят, с чем это связано. Но это мне очень хорошо сыграло на руку. Мы можем еще, наверное, хильнуться, да, разочек? Опа! Фулл хп. А вот теперь он фаербол сделает. Но мы-то выжили. Вот почему я восстанавливал здоровье нашим драконам. Прощай, Громелька. В сухую, ребята, мы вынесли здесь. И продолжаем. Ну что, друзья мои, а здесь, я смотрю, два костолома есть. Но я буду начинать все-таки вот с этого. Так, тихо, тихо, костоломы успокоились. Давай сюда влупим. Теперь укус... Сейчас сходит костолом вот этот вот. Потом мы добиваем с тобой кривоклык, скорее всего, это, да, у нас? Да, это он есть. Так, бомбим. Упс, а сейчас будет разбег. Только в кого? Ухо-хо-хо-хо, вот это плохо, ребят. Мы сейчас потеряем с вами... Да, мы потеряем...
Как же не хотелось, а? Но никуда не денешься. Так, будем вешать тогда слепоту. А слепоту нам надо на кого повесить-то? Наверное, на него, да? Он красный. Он, по идее, должен наносить огромный урон зеленому. Я тебя умоляю, это разве урон? Это для него щекоточки. А вот сейчас будет разбег. И, скорее всего, вынесет мне барсика уже. Оу, промахнулся. Ну, извиняй тогда, парень. Тогда будем сейчас с тобой тут заниматься. Давай, суперудар, суперудар, огонь. Отлично. Но усиление-то не надо делать. Усиление не надо, говорю, делать. Так, удар будет опять в барсика. Делаем с тобой вот так. Ну, вот теперь он должен под усилением хорошенько звездануть. А нам остается только лишь добить. И уже разбираться вот с этим вот костоломом. Ну, давай, давай, что ты там будешь делать? Ага. А мы делаем добивку. Вот и все. Так, а что у нас здесь? Ага, громорог, палящий прихвостень и ветрокрыл. Да, тут, конечно, дилемушка получается у нас. Давай-ка я, наверное, вот так все-таки буду делать. Ну, этот же начнет бафать, как всегда. Громорог. Блин, что-то мне кажется, мы здесь с тобой проиграем. Ох, ё-моё, как звезданул-то. Да ну хорош. Нам что-то нужно с тобой срочно сделать. Что мы тут сделаем? Отхил? Давай так сделаем. Добить сможем? Ай-яй-яй. Сейчас будет пламя. Все. Я чувствую, барсику крышка, друзья, приснилась. Угу. А этот бафать будет. Я даже не удивлен этому. Короче, что нам с тобой сделать надо? Я, кажется, догадываюсь. Смотри внимательно. Мы с тобой сюда ударяем, да? Этого берем под контроль. Этого берем под контроль. Так, ну это, естественно, сейчас будет... Опа, ничего себе ты вмазал. Ты давай потише такими ударами-то, парень. Фига, он нюх потерял, совсем обозел. Так, этот пока под нашим контролем, да? Пока под нашим контролем. Просто его укусим. Сейчас он, естественно, промахнется, потому что он под слепотой находится. Ничего у него не получилось. Мы его дальше берем в слепоту и уже начинаем потихоньку бомбить. Понижаем ему броню. Это необходимо сделать. И теперь начинаем его кромсать. Раз. Так, подожди секунду. Он под слепотой еще будет, да? Будет под слепотой. Два. Сейчас, ребята, опять вешаем на него слепоту. Ага. Жучара захотел, да? Хиляется он уже здесь. Никаких хилов тебе. Так, он тянет время. Ребята, он тянет время для того, чтобы выйти на ничью. Я уже понял его. Но, видимо, не суждено. Все, разобрали. Ну, а вот и пак вождя. Так, смотрим. Шепот смерти, шторморез, громобой и громобой защитник. Водорез, кривоклык. Ага, ветрокрыл чемпион. Ну, опять же, одну карточку всего дают. Это очень мало, ребят. Для прокачки моих, как говорится, ареновских драконов, это капля в море. По-другому не назвать. Так, что тут еженедельное? О, еще и здесь 70 бабочек. Мы с тобой получили, выручили, да, так сказать? Что нам здесь могут предложить? Обменяем. Обязательно. И все, да? Ну да, ребята, больше нам здесь ничего не доступно, к сожалению. Так, у нас с тобой 400 миллионов древесины, да? Мы можем с тобой убрать, чего не хватает. А, тут нужно, блин, 240. Даже здесь не хватает. Ребят, я не знаю, как нам... А, погоди-ка, что я? Вот же у нас что есть-то. Совсем про это забыл. Так, давай тогда мы сделаем с тобой... Вот здесь уберем. Два дня? Это, конечно, в плане. Бесплатно. 120 миллионов древесины я получил. Чего себе. Бесплатно. И еще 120. Да, камни
А камни очень долго убираются. Так, ну что, академка у нас с тобой забита, по-моему, полностью, да? Никого я больше отправить не смогу. Почти все собрал, кроме обороны Олуха. Ну, это я делать не буду, ребят. Кстати, давно мы действительно с тобой не обороняли Олух. А потому что я Беззубика постоянно отправляю на задание. И забываю про это постоянно. Так, осталось 2 дня, 21 час. Это для Ворчуна. Лучше бы они писали, когда будет следующее событие. Это было бы мне намного интереснее. Так, ну что, дорогие друзья, на этом, пожалуй, мы закончим свой коротенький ролик. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.